Настоящая конкурентная борьба развернулась на учебном полигоне среди лучших электромонтеров Кубани. Свое мастерство демонстрировали специалисты ведущих энергетических предприятий края. Команду «Кубань-Энерго» представила бригада тихорецких электросетей. Площадкой для состязания энергетиков стал Энергетический институт повышения квалификации «Кубань-Энерго». Не случайно. Компания является идейным вдохновителем и инициатором этих соревнований. Сейчас этот первый успешный опыт проведения позволяет говорить о большем. Необходимо вести традицию ежегодно среди смежных организаций в отрасли электроэнергетики. Это очень важно. Для подготовки работы персоналом, обмен опытом, обмен знаниями, какие-то навыки люди перенимают друг у друга. Энергетики состязались 2 дня на 7 этапах. Задания были разработаны с учетом ежедневной работы, приближенные максимально к реальным условиям. Важным критерием оценки было соблюдение техники безопасности труда. 6 из 7 этапов команда «Кубань-Энерго» прошла лучше остальных и стала абсолютным лидером этого профессионального марафона. За 38 секунд мы потушили низовой пожар. Команда работали как одно целое, и все выступили очень хорошо. Титул лучшего электромонтера по эксплуатации распределительных сетей завоевала команда специалистов «Кубань-Энерго». Теперь они будут представлять Кубань на всероссийских соревнованиях в Пензе в июле этого года.